Сегодня 11 июля. Смотрим, что же. Ночью был дождь. И вот мы смотрим, что осталось с песком, который 9 числа Дорис заделывал трещины, которые тут были. Вот. Все равно без капитальных укреплений это, конечно, насыпь опять скоро уйдет вся. Глубокие это вот следы советские. Потому что ничего не утрамбовано, просто присыпано. Вот они, трещины. Мартышкин труд называется. Делай поезд. Вот это, как она была, все, что засыпалось, все ушло вниз. Сегодня 11 июля. После 9 числа всего лишь 2 дня ушло. Это Дорис у нас так работает качественно.